Некоторые люди в отношениях раскрываются и ведут себя невероятно ласково. Складывается впечатление, что они готовы сделать вас самым счастливым человеком на планете. Давайте узнаем, какие 5 знаков зодиака считаются самыми нежными в гороскопе. Весы. Люди, рожденные под этим знаком, постоянно стремятся к гармонии в отношениях. Они чрезвычайно ласковы со своими возлюбленными. Весы совсем не стесняются проявлять свою любовь, дарить тепло и внимание, и всячески заботиться о самом дорогом для них человеке. Они обожают удивлять и всегда стараются на благо своих отношений. Они ни дня не хотят проводить вдали от своего партнера. Даже если они не могут быть рядом, то стараются подбодрить своих партнеров мысленно на расстоянии, посылая им при этом соответствующие сообщения со словами поддержки. Партнеры весов должны привыкнуть к постоянному вниманию и заботе. Рыбы. Представители этого знака зодиака нежны по натуре. Им вообще чужда грубость и нетактичность. Партнер рыб будет буквально купаться в ласке и изысканных комплиментах. Правда, рыбы часто забывают о существовании реального мира, но влюбившись, полностью сосредотачиваются на этом светлом чувстве и делают свою вторую половинку полноправной участницей всех своих фантазий и грез. Несмотря на присущую им непрактичность, рыбы умеют проявлять нежность поступками, неплохо готовят и всегда рады разделить со своим любимым человеком семейные заботы пополам. Телец. Малознакомым людям этот знак кажется очень сдержанным, но только лишь на горизонте появляется вторая половинка, все меняется. Представители знака не только надежны, но еще и очень трепетны и заботливы. Они никогда не стесняются проявлять внимание к любимому человеку. Нежность тельца – это постоянная забота, предупредительность и сочувствие. Тельцы способны подмечать даже несущественные изменения поведения своего избранника, выясняют причину и всеми силами стараются помочь. Рак. Раки – это самонежность. Обладая покладистым и мирным характером, они просто обожают показывать свою привязанность ласковыми прикосновениями, похвалой и душевными беседами. Этот эмоциональный и ранимый знак просто источает чувственность. Характер рака, как правило, покладист, а привязанность к какому-либо человеку им искренне необходима. Отказать ракам в романтизме сложно. Они любят приятные мелочи и постоянно радуют свою половинку. Скорпион. Скорпионы не зря считаются одним из самых активных знаков зодиака, вокруг них всегда бушуют страсти. Они не только прирожденные лидеры и победители. За жестким панцирем скрывается мягкое нежное сердце, требующее внимания и заботы. Они и сами готовы ее подарить, но раскроются во всей своей красоте только перед тем, кому будут безгранично доверять. При этом партнерам сначала необходимо завоевать их доверие, чтобы увидеть, насколько любящими и внимательными они могут быть. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ведь впереди вас ждет еще много интересных видео.